Здравствуйте. Продолжим наши беседы. Рад приветствовать наших зрителей. На тему истории Русской Православной Церкви. И вот у нас возникла такая мысль. У нас же все-таки не лекции исторические какие-то, у нас беседы, в которых мы просто пытаемся нащупать какое-то зерно, которое что-то нам объяснит. Рациональное, да. И вот подойдя практически вплотную, не вплотную, а мы рассмотрели вопрос о том, как рухнуло византийское государство. То есть в прошлой беседе мы как раз это и рассматривали, как там... Еще умудрился бежать, как наш митрополит Исидор чуть было не скатился в Уни, но его на Руси не приняли. И, в общем-то, на Руси... Чуть не убили при штурме Константинополя. Да, и отвергли. Латинство отвергли. Вот. Но дело в том, что вот все эти события, они ведь идут, потом будет интересная тема ереси жидовствующих, допустим, потом начнутся интереснейшие времена Грозного, и в конце концов мы подойдем к самому главному событию в истории Русской Православной Церкви, это великому расколу. Да, со старообрядцами, да, это очень важное событие. А это уже событие эпохальное, потому что, ну, более такого эпохального события, наверное, в истории Русской Православной Церкви, да, наверное, и в истории русского государства, вот такого вот, это прямо слом, это прямо переворот какой-то исторического направления. Да. И вот то, что этот раскол, он ведь образовался не на пустом месте. Нет, конечно. Вот. Дело в том, что были предпосылки, они шли из глубины веков. И вот мы решили один маленький вопрос, который мы пропустили. Это... посвятить сегодняшнюю передачу этому. Да, по сути дела, рассмотрение духовности и нравственности. Ереси. Но как, я бы... как их назвали? Давайте не будем так называть. По рассмотрению духовных религиозных движений. Течений, движений. Не будем называть ересями, потому что... Их так называет церковь. Да, кто мне мешает сейчас... кого угодно назвать еретиком. Я могу сейчас откровенно заявить, что определенных личностей считаю еретиками, врагами церковными, врагами народа, считаю их безбожниками, сатанистами, хотя они себя считают очень православными людьми. Они могут так же. Поэтому, естественно, это очень некрасивые такие, знаете, как сказать, это клеймо некрасивое, хотя... некоторые такие высокопоставленные церковные бандиты прекрасно понимают, что вот ставя такие клейма, можно позорить как бы человека. Поэтому возникли всякие возникли всякие такие хитрые приемчики промывания мозгов, совершенно идентичные с тем, как в свое время Гитлер ставил клейма на цыган, румын, евреев, там кого угодно, и все в концлагеря. Точно так же и здесь. То поп не такой, то глядит не туда, и сразу кого там это самое наказать, подвергнуть. То прихожанин не так посмотрел. Абсолютно верно. Потому что все считают себя вот именно авторитетами большими и всезнающими. А на самом деле это все самообман и глупость. Ага, пару слов еще немножко. Вот надо просто отметить еще раз, мы хотя это касались этого, но еще раз отметим. Дело в том, что к этому времени, вот к середине 15 века, до которого мы дошли, что представляла из себя церковная система? Это был крупнейший на Руси феодал. Крупнейший, да. И богатейший, и всесильнейший такой, мощнейший, с которым считались все. Не то, что князья, а там, ну, практически и вела свою и зарубежную политику, и дипломатию, и все на свете. Но пока, так сказать, они, конечно, без княжеской поддержки, они, конечно, тоже ничего не могли. Да. И было понятно, что вот эта вот совокупность... Армия, дружина. Совокупность вот этой власти княжеской и церковной, она просуществовала. Но почему вот таким феодалом стала всесильнейшим церковь? Потому что она получила при татаро-монголах индульгенцию на все свои... Ярлык. Ярлык.
для самостоятельности, на свои преступления. Грамоту она на свои получила. Преступления. Ну, не на преступления вообще, а на свое существование. Не будем говорить преступления. Ведь за эти века, вот которые... Любое существование неотъемлемо от преступлений. Не может быть такого существования, которого грехов бы не было. Были разные церковные деятели, но дело в том, что самое интересное, что историки все отмечают, что вот эта вот татаро-монгольская власть, она вот именно церкви была очень выгодна. Конечно. Особенно, когда были ханы, такие крупные обозначенные ханы. Мощные. Мощные, да, именно вот эти вот чингизидовского рода. И не случайно, когда вот орда начала сыпаться, и тогда уже появились в церкви, когда в орде свои проблемы. Кончились ханы, вот эти вот узбек, потом джанибек, вот эти вот цари монгольские, и потом уже понеслась такая катавасия, которая называется Великой Замятней, это до Дмитрия Донского. И вот тогда появились национально мыслящие, патриотически настроенные митрополиты, и игумен, там, и все вот эти вот священники, да, Сергий Радонежский, и Алексей Первый. То есть началась вот этот вот национальный подъем национального духа. Но только когда рухнула вот эта вот централизованная власть в Орде. Ордынская власть. Ордынская власть. Вот это вот и появлялись люди, которые были, как бы, говорили о том, что: «А, господа священники, а вы вообще как себя ведете-то?» И вот, батюшка, вот вам слово. Значит, если с точки зрения вот этих всяких красивых и громких слов, то мы с вами должны сейчас объявить участвующими в различных ересях различных степеней все нынешнее существующее духовенство. Если ставить клише какие-то и клейма, то можно найти кучу решений вселенских соборов, по правилам которых нужно будет прещением, наказанием подвергнуть 99% высшего церковного иерархата и, наверное, процентов 50 простого духовенства. А также многочисленных мирян, которые крутятся вокруг церковных денег и церковных богатств, используя их в своих интересах. А также людей неуравновешенных и психически ненормальных, откровенно бандитски настроенных и выдающих свой садизм и ненависть к людям и к духовенству за благодать Святого Духа. Это очень много есть. Это прямо на каждом шагу, и об этом бесполезно спорить. Они всегда будут защищать свой конгломерат, свою систему. Любого, придите, например, вот в это общество охотников и скажите им, что вы убиваете невинных зверюшек. Они вас закидают камнями. Придите к зеленым и скажите, надо убить всех крокодилов. Они вас закидают камнями. И папы тоже, только зацепи кого, сразу защищают свою бредню с пеной у рта и готовы кадык вырвать зубами. Ну вы, такова вот стайный такой эффект. Каждый, всяко говорят, всяк кулик свое болото хвалит. А церковное болотце, ой, очень древнее церковное болотце. Поэтому остановимся на том, что согласно канонике церковной, Русская Православная Церковь находилась в таких ересях и расколах, что обвинять кого-то теперь в ереси, ну, просто совершенно смешно. Заявления нынешнего патриарха там и прочих других всяких церковных деятелей, такие же заявления, как все равно, чтобы Чикатило взывал к человечности и к милосердию там во всей вселенной. Знает лиса, чью съела курицу, ищи перья на носу. Увы, к сожалению, это так и есть. Не может быть ровно и гладко тысячелетняя история, всегда в ней были плюсы, минусы, хорошие, темные стороны. Следовательно, не может быть такого абсолютно чего-то плохого или абсолютно совершенно хорошего. Просто это исторически невозможно. И сейчас мы рассмотрим с вами определенные такие моменты. Начнем вот с того, что мы упустили кое-какое определенное такое духовное движение. Конца 13 века, получившее свое основание в 13 веке. И продлившееся практически до 15 века. То есть это такой период именно монголо-татарских власти над Русью. Это период решения вот церковных вопросов по тархонной этой грамоте. И более того, возможность не особо обращать внимание на князей,
а политическими интригами с ханами, грабить свой собственный народ благополучно в своей крупной феодальной системе, в феодальных отношениях, брать мзду с крестьян, из попов и со всех, лишь бы только были деньги. Мамона, к сожалению, в этот момент, ну, правит свой бал. Значит, о чем нам необходимо упомянуть? Значит, после такого жесткого разграбления Руси первыми чингизидами, в конце 13 века, это где-то 60-е и 70-е годы, возникает особое духовное движение среди духовенства. Не среди мирян, а именно среди духовенства, просящая церковной простоты. То есть, ни богатства церковного, бедности церковной, ни взимания денег за обряды, ни взимания денег за торговлю благодатью Святого Духа. Это духовное движение расширяется и из Пскова захватывает практически весь Новгород. Почему? Потому что это были республики. Как вы помните, Новгородская республика могла принимать свои народные вечевые решения и благодаря этому была более свободных нравов, чем другие закрепощенные другие княжества тогдашней Руси. Движение преследовало простую цель – возвращение к евангельской простоте. Профессор, кстати, вот есть человек, который еще с царских времен, это профессор Мартиниан Каретников из Санкт-Петербургского университета, который выдвигает интереснейшую мысль по поводу возникновения движения духовного за простоту. Церковные чинуши и церковные еретики обзывают их еретиками. На самом деле никакого отношения, никакой ереси они не имели. Почему? Потому что они не выдвигали никаких вопросов к естествам Христа, к Богородице, Троице. То есть догматам церковным они не вы... Что такое еретик? Еретик – это нарушающий церковные догматы. Никто никаких догматов не нарушал, и даже вопросов они об этом не поднимали. Их единственной главной целью была церковная простота. Оказывается, и вот этот профессор об интересную вещь определил. И буквально два слова, и вы добавите, Женя. Значит, суть такова. Начиная от Владимира и Мономах, и потом до, вот, конца 13 века, в Руси было евангельское православие. Была полная простота. Мы даже имен многих митрополитов тех не знаем. А именно с нашествием на Русь монголов все обросло обрядностью. Церковь превратилась в феодала именно при монголо-татарах. Это было потому, что было избавлено от налогов и прочее все остальное. И обросла обрядностью, которую простой народ не понимал. То есть какие-то чины, там бесконечные чтения, богослужения народ не понимал. И вот эта сложность этого богослужения, первое, то, что вызвало недовольство в духовенстве, которое само не понимало этого, всего сложности всей этой. А нужно это для того, чтобы народу мозги запудрить. Понимаете, чем все более пышно и красиво и театрально. У меня тетка закончила Санкт-Петербургский институт художественных искусств еще в советские времена. Им преподаватель говорил: сходите к попам, посмотрите, какой артистизм, какая постановка, какие костюмы. Вот это все стало обрастать пышностью, стало обрастать деньгами, стало обрастать властью. И не контактировала с Евангелием. Христос, нищий, путешествующий в пустыне в Галилее, и архиереи, которые в золотых каретах ездят, или сейчас на Бентли и Мерседесах, и заявляют, носят часы за 300 тысяч долларов, и заявляющие о простоте, нестяжательстве, смирении, терпении и прочем, не вяжутся с Евангелием. Получается, либо Евангелие врет, либо попы врут, и начинается бесконечная череда вранья, как оправдать свои преступления с точки зрения Евангелия. И вот примечательно, как и митрополит Фотий, и митрополит
Петр потом оправдывались перед патриархом Константинопольским за то, что торговали церковными должностями. Они объясняли это наличием местных обычаев. То есть так принято здесь. Ну и мы все брали взятки, и мы будем дальше. Дойдем. Можно ли вот этих вот людей, священников, с нашей точки зрения, даже вот взвешивая с нашей точки зрения, назвать честными священниками? Конечно. Вот. Их можно и нужно назвать. Единственным их, как будем считать, с точки зрения власти, недостойным поведением, было нежелание повиноваться преступлениям этой власти. То есть, это все, если у Гитлера кто-то противодействовал созданию концлагерей, того помещали в концлагерь, естественно. Здесь вот эти люди, возглавлявшие это духовное движение, противодействовали внутренней церковной ереси, которая нарушала 29-е апостольское правило, 2-е правило 4-го Вселенского собора, 4-е правило 7-го Вселенского собора. И ничего страшного, потому что архиереям можно нарушать правила Вселенских соборов. А попам нельзя этого делать, потому что они сразу становятся еретиками. Так вот, внутренние эти люди боролись с внутренней церковной ересью. С ересью, которая поработила московскую церковь, киевский патриархат, ну, киевскую сначала митрополию, потом московскую, поработила изнутри, прогнила все. Эта ересь называется симонией. И это действительно ересь. Почему? Потому что она брала деньги за торговлю благодатью Святого Духа. Должностями. Ну, что такое, должностями церковными, и саном церковным. И это настолько на Руси укоренилось, что нигде такого не было. Я лично считаю, и еще громче скажу сейчас, у нас сейчас все борются, правительство, президенты, все борются с взяточниками. Вот взяточничество откуда имеет свои корни, откуда есть пошла русская земля. 300 лет не могли искоренить из церковной среды мздоимство. И пишут там всякие, одни патриарху жалобы, другие антипатриарху, туда-сюда ходят и берут 7 гривен за поповство. Если 300 лет это все брали и продолжалось. Это наша русская национальная традиция. Вот ее откуда надо искоренять, эту традицию. Поповская. Да, поповская традиция, я имею в виду такая религиозная. Значит, ну, более точнее, несколько опишем в более точных фразах, посмотрим на это дело. Значит, конец еще. А Петра обвинили в симонии? Да. Петра... Не они ли обвинили? Они. Значит, и причем это даже... Было не на пустом месте. Нет, это прямо Тверской епископ приехал обвинять митрополита за то, что он берет деньги за рукоположение священников. И они написали жалобу патриарху на Петра. Афанасию Первому поехал монах с жалобой на то, что митрополит. Да, то есть да, это как да. раз вот эта вот история. Это вот эта история и есть. И только благодаря, я сказал тогда, что они оправдались обвинения, они не могли оправдаться, потому что князь всех задушил. И побил всех, кто был против. Там так хитро написано, что митрополит Петр благодатью Духа Святого и помощью и суровостью князя Ивана Даниловича, это Даниила Московского. Юрия Даниловича. Да, победил всех там и поставил всех на свое место. Ну, давайте по порядочку. Значит, это Тверь, Тверская земля, это Тверь, это первые вот эти кружки, в которых священники стали обсуждать неприемлемость симонии, торговли церковными должностями. И, естественно, кто торговал церковными должностями, был против, потому что лишался большой части своего дохода. Поэтому мы будем называть это как религиозным, псково-новгородским духовным движением. Никакой раскол... Возникшее в Твери. Тверско-новгородским. Вот. Напоминаем, что Тверь Тверск... тогда была великим княжеством. Да, Тверь была великим княжеством, вплоть до чуть не столицей не стала в свое время. Как раз в это время. Да, и именно это то, что называют ересью, а церковные историки часто называют расколом и прочее все остальное, это было ни в коей мере не ересь, не раскол, это было движение за оздоровление внутреннего церковного организма. Если кто-то считает, что можно каким-то способом оправдать торговлю должностями и торговлю священническим саном, продажу, попрошу тех обращаться в
коррупционный комитет Российской Федерации, выяснить, возможно ли торговля должностями. Запишите запрос, насколько это соответствует законодательству. Значит, что получилось? Это поставление попов на мзде. Так было и написано. Поставление попов на мзде, продажа церковных должностей. Появилась группа людей, которая стала создавать свои общины, в которых они проводили сами богослужения, изучали Евангелие и различных ставили духовных наставников. Из них первыми и самыми главными известны Карп и Никита. Это два диакона. По одним источникам, ну Никита точно был диакон, а Карп по одним источникам был из Смирян, а по другим был уже диаконом. И вопрос о, видно, не знаю, может быть, в свое время им денег не хватило на то, чтобы доплатить там 7 гривен, чтобы стать священниками, но вопрос о том, что нехорошо торговать церковными должностями, у них возник. И они, это попы, это в среде духовенства, они нашли множество сторонников. Маленькое уточнение. Если кто-то будет искать материалы по вот этим вот Карпу там и Никите там, то вот этот Карп вошел в историю как парикмахер. Да. И вот от него, от его названия пошла, это как бы объявили их сектой стригольников. Вот по секте стригольников как раз вот эту историю. Это вопрос идет. Но дело в том, что еще есть другое мнение о том, что это нечто стригольничество, нечто тайное, скрытое. Поэтому не обязательно от того, что он был парикмахером, а, например, о том, что они носили какие-нибудь особые прически, например, или еще что-нибудь этого рода. Всякие версии. Да, версий много, но в действительности есть такая версия, что стригольник, парикмахер, и от этого произошло. Но это уже вторая половина 14 века, то есть уже практически почти 100 лет движения вот этих. Конечно, людей. Почти 100 лет движения вот этих вот честных священников. Конечно, на самом деле, вот все началось так более-менее нам известно, это вот собор во Владимире 1274 года. На котором было установлено брать 7 гривен с попов и деканов, это большущие деньги по тем временам, вот эту мзду, или так называемая ставленническая пошлина, брать с попов деньги, кстати, у нас нынешние архиереи тоже часто это делают, такая скрытая, вроде бы ты не платишь, но внести в кассу ты что-то должен, например, там за облачение церковное, а оно стоит 100 рублей, а внести надо 10 тысяч, например, там. В общем, такое хитрое, скрытое вот это вот симония, она осталась и до сегодняшнего дня. И значит, это было установлено при митрополите Кирилле. Кирилл, мы знаем, был, вот, кстати, нынешний Кирилл, это тоже такая, видите, один симонией занимался, и другой тоже к этому имеет причастие. Но Кирилл старался даже хорошо сделать. Почему? Потому что брали такие непомерные деньги и взятки, что он решил сделать взятку законной, то есть установить пошлину, чтобы не брали еще больше. Чтобы не брали, да, узаконить ее, сделать, как бы из двух зол выбрать меньше. Сделать так, чтобы хоть была ставка, а не так, что каждый архиерей мог там грабить, сколько он хотел. И вот это ставленное именно отсюда, вот появление вот этой ставленнической пошлины на соборе 1274 года, возникает внутреннее церковное духовное движение против симонии. И мы, естественно, просто тех людей, которые стояли у истоков, мы их просто не знаем. Почему? Потому что это было скрыто, во-первых, все. Во-вторых, даже если что-то и было явно, кого-то убили, наказали и прочее, это все было вымарано из летописей, убрано, чтобы это ни в коем образом не порочило церковную власть. Потому что главным греховодником, главным преступником выставлялись архиереи, бравшие деньги за рукоположение духовенства, за церковные должности. Естественно, они все это везде поубирали. Значит, но самое интересное. У так называемых стригольников, или вот у этого духовного движения за обновление Руси, обновление русской церкви, было так называемое, можно сказать, можно так, их внутреннее Евангелие, так называемое. Это книга, составленная вот как раз тоже именно в конце 13 века. Книга называлась «Властфемия». «Властфемия» – это означает кощунство или, ну, беспредел, в общем, такое вот. То есть в ней содержалось 67 глав против симонии,
И одна такая центральная статья, которая как бы объединяла все эти 67 глав, книга сохранилась, осуждавшая существующую церковную ересь, внутрицерковную ересь Симонии. И вот эта книга и стала потом Евангелием для вот этого Карпа и Никиты, которые на ее основании проповедовали очищение церкви от этого древнего греха. Мы знаем даже в Деяниях апостолов, когда пришел человек и хотел купить у Петра должность, хотел купить у Петра хиротонию, купить благодать Божию, то был наказан за это преступление. Нашим же можно. В Евангелии нельзя. Какое вот Евангелие имеет отношение к митрополитам? Мне кажется, совершенно никакого отношения. И дальнейшее, что произошло? В 1311 году духовенство во главе с архиепископом Тверским Андреем обвинило митрополита Петра в симонии. И был целый написан, ну, они поняли, что от Петра и от князя они получат по голове. Поэтому заранее, до того этих всех обвинений, они отправили жалобщика Константинопольскому патриарху. Чтобы, понимаете, если а тут еще по башке от патриарха получат. Поэтому они сделали хитро и предварили свои обвинения жалобой Константинопольскому патриарху. Патриархом был Афанасий I. И жалоба была предоставлена таким, ну, не особым удобным способом, что приехавший из Афанасия отправил, помните, судить Петра, отправил сюда своего клирика, священника, своего там епископа, который приехал разобраться в этом деле. Видимо, и в Греции это дело, может быть, присутствовало, но, в общем, этот чиновник принял решение, что мзда не так уж велика. Задумайтесь только, взятка не настолько велика, и значит обвинение с Петра сняли. Это, естественно, Петр дал взятку этому чиновнику, и на этом дело все было закончено. Но попавший в опалу архиепископ этот самый Андрей сделал еще одного посланника, это его звали Акиндином, монах Акиндин, которого он отправил с уже более точными разъяснениями, что не против митрополита и прочее, а просто изъяснил свою позицию, что симония недопустима. Афанасий I умер, а Нифонт I, следующий патриарх, в это время проводил в Константинополе собор с Иерусалимским патриархом, и еще 123 епископа с ними были вместе на соборе. И вот этот самый Акиндин, монах, попал со своей этой жалобой и грамотой именно к ним на собор. Собор принял решение, осуждающее симонию во всех формах, осуждающее действия митрополита Петра. Так, у нас сегодня осуждающую... считается, что мы как бы традиции византийской церкви сейчас восстанавливаем. Да, 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 мы восстанавливаем, да, да, взяточничество наше еще и Византии. Как бы это вот восстановить? Да. И называет торговлю с продает Святого Духа нам сде. Было написано прямо в этой грамоте, которая в упрек присылалась митрополиту Петру с требованием убрать всяческую церковную симонию и взяточничество. Опять обращаю внимание на это антикоррупционного комитета, в котором постоянно проводят посадки. То начальника арестуют, то заместителя. Среди борьбы с коррупционерами. И этот монах Акиндин, вернувшись, написал целую книгу против симонии. И эта книга тоже стала Евангелием для вот этого духовного движения, не прекращалось ни на один день. Они, у них были свои общины, они собирались для того, чтобы вместе молиться. Не дерзали, правда, они служить литургии сами, так не было священников среди них. И старались возвратить от обрядности и вот от этой церковной жадности и мамоны к прежней вот до монгольской Руси, к первохристианскому такому чистому, можно сказать, безобразному. Нет, это, тут, там упразднить нужно было папу Римского. Угу. Почему? Что хотел Лютер? Власть папы Римского, да, и прочее. А торговлю упразднить хотели всякими зубами святой Фелицитаты, индульгенциями и прочими. А здесь другая немножко система. Именно симония только являлась главной проблемой уже, а потом зажравшейся всей церковной иерархии. Значит,
И даже в 353 году уже Феогност, митрополит на соборе, не смог справиться с этим взяточничеством, с этой внутренней церковной бедой. И дальше, даже при нем продолжалась вот эта ставленническая практика ставленнических пошлин, и никаким образом этого избавиться практически не могли. Ну и что? Значит, упоминание, значит, откуда мы что наши больше всего почерпаем сведения? Вы помните, мы говорили с вами о двух интереснейших епископах, о Моисее Новгородском и о Давиде. Давид и Моисей, новгородские архиереи. Это как раз те, которые при Афанасии, помните, при князе, были при, поддержали Москву в трудный момент против, в борьбе против Твери. Во всем поддержали Москву. Помните, вот это Калитовичи, все Калитовичи, которые с митрополитом Петром, и потом был общий конгломерат в борьбе с Михаилом Тверским. Новгородцы поддержали, да, Москву. Да, поддержали во всем Москву. И, против Твери. Да, именно в это, против Твери. Именно в этот момент вот при Моисее Новгородском упоминаются вот эти два человека, Никита и Карп, дьякона, да, 1375-76 год, точно там дословно неизвестно, упоминается, вот представьте себе все, что я вам рассказал, а написано так, что жили там два человека, преисполненные всяких скверных дел и грехов, то есть, ну не знаю, там слонов ели, собак давили, в общем, были плохие люди совершенно. И они, значит, вот посмели спорить с епископом. И за это их Волхов утопили в Волхове. Ну, Карпа точно. Да, Карпа точно, один там вроде бежал, но тоже. И еще несколько сообщников, в общем, короче, утопили всех в Волхове. Это говорит о том, что внутренняя церковная реакция началась с убийства. Этого внутреннего... Церковь, да, переступила грань. Церковь переступила грань. Как папа сразу, и это пишет Лютер, что нужно избавиться от торговли или индульгенции, от папы сразу пришла бумага сжечь. Лютера, да. Убить сразу. Точно самое здесь такая же история. То же самое пишет Иосиф Волоцкий в своей книге «Просветитель». Кстати, именно нестяжатель, вот это дальше движение нестяжателей. Это еще через 100 лет. Да, да. Он, да. Я имею в виду просто, я сказал, да, о источниках, да, да, из которых мы узнаем, да, о стрегольниках. Да, да. Это еще через 100 лет. Это еще через 100 лет. Конец 14... Да, мы узнаем о том, что вот были такие Никита и Карп, говорили они о том, что необходимо очищение церковное, да, 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 необходимо, да, необходимо, это было, и он описывает это все, да, в своей книге, упоминая о том, что они правы в некоторой степени, потому что они хоть и были ненавистны церковному начальству, но дела, скверных дел они не делали. Они никого не убили, никого не ограбили. Вся их греховность, скверность, подлость, гадюшничество и даже, я не знаю, какие другие плохие слова сказать, заключалось в том, что они были не согласны с церковной ересью Симонии. За это их и обвинили, и обосрали. Вот я вот извиняюсь, такие грубые слова, но в действительности это вот в этом иерархия достигла профессионализма. Значит, вот эти события 375-76 года и самое такое яркое вспышка стрегольничества, вспышка вот этого духовного церковного движения, после которого с ними началась жесточайшая борьба, расправа жесточайшая. Дальше ними занимается усердно Дионисий Суздальский, который хитро, не написав ничего, патриарх Нил тогда был, не написав ничего ни о Симонии, ни о учении стрегольников, ни о их вопросах, ни о их претензиях, просто написал, что они епископам не повинуются, там тра-ля-ля. Ну, естественно, от Нила пришла обличительная грамота, что они плохие и всех наказать. Но, значит, никаким образом все равно это не удавалось никак закончить. И вот только в 1386 году при митрополичестве Фотия удалось... Фотий, хотя и осуждал стрегольников, но запретил их казнить. То есть, всякое кровопролитие, всякую вот такую вражду он запретил. Он сказал, что можно там ссылать, арестовывать, посадить в тюрьму, но нельзя устраивать смертоубийство. И с этого момента немножко стало
все дело затихать. Фотий даже написал грамоту, в которой порицал стрегольников за нарушение апостольских, не апостольских, а святоотеческих правил. Действительно, можно им приписать. Там, значит, неподчинение местному архиерею, нарушение общения с духовенством местным, там, служение без священников. Но они в ответ приводили... Отказ от причастия даже. Даже не отказ от причастия. Они просто... Они не отказывались от причастия. Они просто не причащались, потому что они служили литургию. Они не говорили, что не нужно причащаться. А они просто не имели такой возможности. Но это все равно, что вы попали на необитаемый остров, а вас потом обвиняют в отказе от причастия. Да, их обвиняли. Но они не могли их в этом обвинять, поскольку они просто не дерзали сами служить литургии, не имея священства. Вот. И, но сами стрегольники и сами вот этот даже Никита и Карп выдвигают Фотию более веские аргументы. Если Фотий их там осуждает правилами там, Трульского собора и этого Стоглавого собора правилами, то они приводят Фотию... 20... Никита и Карп, другие. Я имею в виду, что вообще просто руководители движения. Да. Они приводят, они же не лично присутствовали на суде. Вот Фотий встал, сказал там здравствуйте. До Фотия, а я сказал до свидания. 30 их убрали. И, да, я говорю о другом. Я имею в виду в том, что это велась переписка. То есть Фотий пишет, например, сидит дома у себя в кабинете, пишет. Появилась такая-то ересь, они вот то-то говорят, с епископами не общаются, да-да-да-да. Кто-то через 30 лет прочитал эту грамоту и пишет, Фотий не прав в том, что мы делаем вот так, вот так, вот так, вот так, а на самом деле сам Фотий нарушает 29-е апостольское правило, 2-е правило 14-го Вселенского собора, 4-е правило 7-го Вселенского собора, запретившее симонию, всех еретиков, отлучившие от церкви, лишившие их сана. Получается, все, кто этой симонией занимался, они не только были еретиками-безбожниками, но даже и сана никакого не имели. Никогда отродясь. И поэтому, естественно, это была такая перебивка. Кто мог, кто бы тебе разрешил. Вот знаете, что вы на суде встали и с судьей спорите. Да, она вас или из зала удалит, или посадит вас в какой-нибудь там штрафанет, в какую-нибудь каталажку. Поэтому судьей, помните, это как это у Пушкина, подавай ко мне девицу, шамаханскую царицу. Тут мудрец решил заспорить, но с царем накладно вздорить. Царь хватил его жезлом, и мудрец упал ничком. Вот все вот эти судебные процессы имели вот такого плана. Рот открыл, дали батагом пару раз и замолчал сразу. Все доводы на этом закончились. Но уже в летописях начала 15 века отмечается полное угасание этого движения. И уже описывается как нечто прошедшее, нечто бывшее. Но тот же самый Иосиф Волоцкий использует эти аргументы в борьбе с церковной симонией, в борьбе с зажравшестью церковной и в борьбе с внутренними церковными нестроениями, любовью к землям, к богатству, к власти, к деньгам. Вот, использует как бы движение простецов. Ну, ему сложно было, потому что он заступался за церковное, за церковное владение, и в то же время вынужден был говорить, что как бы священник не должен своих интересов. Он не мог иначе, потому что Нил Сорский над ним смеялся. Нил Сорский как раз был совершенно наоборот. Он вообще говорил, что нельзя церкви иметь имущество и прочее всего остального. А Иосиф Волоцкий оправдывал это имущество как бы, ну, необходимостью такой вот церковной. Ну, и ссылался на это. А Нил Сорский был против этого всего, и даже в движении вот простецов это идеи стрегольничества были. Я и хочу сказать, что они сейчас живы, эти идеи, поскольку мздоимство, взяточество и прохиндейство не прекратилось. А наоборот, наглость и всякие клише, там, поставки клише. Я сразу хочу, вот давайте я расставлю все клейма. Воры, бандиты и проходимцы, так и знаете. Воры, бандиты и проходимцы. Если кому-то нравится, не нравится, ну что ж, еретики там и прочие красивые слова можно говорить. Можно сказать все, что угодно. Главное, что поставленное клеймо, а ты потом мойся от этого, отмывайся. Значит, вот... Собор 1429 года состоялся 24 сентября 1429 года, постановил о том, чтобы споры эти все прекратить,
и ни в коем случае стрегольникам никакой вреда не причинять. То есть все-таки вот в 429 году поняли, что эти стрегольники, и уже после этого момента никто не говорит еретики, там что? В чем-то правы. Да, и уже стали просто говорить о имевшем место церковном расколе, уже перестали всех обвинять и поняли, что действительно симония – это есть ересь, что это нехорошо. Что те сами бывшие власти больше виноваты, чем вот все вот те Карпы, Никиты и все остальные. И вот я извиняюсь, буквально секундочку. Давайте. Ага. Я думаю, вот как раз вот это вот возврат, все-таки признание неправости вот, и признание не, какую-то правоту вот этих вот движений было все-таки еще из-за авторитета Сергия Радонежского. Конечно. Потому что это был такой духовный авторитет всей земли русской, который просто прогремел на все века. И тем более нестяжательность. Тем более, ну, он был просто от своей природы духовной такой человек. И вот после его авторитетного вот этого служения что-то дошло до высших иерархов. Ведь нельзя же вот говорить, что вот все такие. Конечно, Посмотрите, ведь это же появилось среди честных священников. Да, движение. Это же были люди, это же были жизни определенные. Это люди вкладывали всю свою жизнь в это. Понимаете? Где-то какой-то поп чем-то торгует, а вокруг него собираются люди недовольные. И они честные, понимаете? Абсолютно верно. И вот абсолютно. Авторитет Сергея Радонежского как раз по времени, вот, видимо, это и подходит. И вот этот самый последний, в заключении нашей сегодняшней беседы, хочу добавить, что более справедливо и более правильно альтернативное мнение не церковных историков. Историков, которые на движение стрегольников, на это духовное движение 13-14 веков, обращают внимание с точки зрения политической ситуации. Во-первых, захват монголо-татарами. Во-вторых, обрядилизация московской церкви не древняя евангельская и простота духовная, а деньги и обрядность. Тем более очень сложные богослужения, которые непонятны были не только мирянам, но даже духовенству. Сложность большая, обрядовая, огромная обрядовая сложность. И сейчас я вас спрошу, что вы помните из своего крещения. Кроме того, как вас окунули в воду, вы больше ничего не вспомните. Одели крестик, больше ничего. А на самом деле там и отречение от сатаны, и посвящение Богу, и помазание благодати сначала елеем, потом помазание миром, чтение Евангелия, приказывающего проповедующих Христа во всем мире, благословение ваш на святую грешную жизнь, ваше обещание непорочного жития. Так, кстати, кто согрешал после крещения, все на церковную паперть, будем судить вас по церковным каноническим правилам. Значит, вот этот Каретников, он выдвигает идею, то, что вы правильно заметили, самым главным удобством для вот этой всей симонии и всего этого противодвижения была именно грамоты, ярлыки, и позволявшие митрополитам безнаказанно грабить свой народ во время смуты. Во время смуты монголо-татарских вот этих всех нашествий. Если ханы брали там больше, эти брали поменьше, все грабили, ну что же нам-то не поучаствовать в грабеже, в разграблении собственного народа. И как раз вот после Дмитрия Донского, после разгрома Мамая, стало это все затихать, и в начале уже вот 15 века сама церковь стала осознавать, что эти 200 лет внутренней собственной ереси, внутренней симонии, все-таки надо как-то прекращать, это должно быть закончено как-то. Ну а все вот эти люди, пострадавшие от иерархов церковных, несомненно, должны быть оправданы. И сам патриарх Кирилл на коленях на площади где-нибудь перед храмом Христа Спасителя, или, я думаю, может быть, на Красной площади возле Васильевского, возле храма на Васильевском спуске, должен покаяться в том, что эти люди совершенно невинно пострадали из-за церковных интриг и так далее и тому подобное. Тем более, что патриархом Нилом они были все оправданы, и как раз наоборот митрополиты осуждены, возражают. Да? Но они не сделают этого никогда. Хотите, скажу почему? Они сделали хитрый момент. Я об этом немножко упоминал, но они сделали хитрый момент. Дело в том, что наш патриарх Кирилл не считает себя преемником тем митрополитом. Понимаете? До него было три Кирилла. Почему он не Кирилл IV? Это вообще кошмар. Ну, это вообще, то есть они не считают себя преемником. Был великолепный патриот Руси Алексей I.
митрополит Алексей I, который оставил такое, который справлялся с такими водоворотами, который поставил Дмитрия Донского, его просто вел по жизни. Вы посмотрите, и он был Алексей I. А почему у нас не Алексей II там и не Алексей III после него? То есть они все, они отмели вот это вот все от себя. Да, они патриархов разделили с митрополитами. О чем мы будем говорить? Сказали, митрополит. Те были митрополиты, да, а мы патриархи, мы святее. Те были греческой православной церкви, а мы теперь московский патриархат. В общем, а то, что это русский народ, это все фигня. Да, а когда надо, говорят, мы преемники византийской традиции. А на самом деле, оказывается, только преемники этого, после раскола Феррара-Флорентийского. Грустно все это как-то. Да, но это не грустно. Мы это факт. Будем это рассматривать факт, именно да. альтернативный исторический факт, научный на это, вот, что было обусловлено подавление было, этого духовного движения. Да. Тем более, знаете, они ничего, таких активных каких-то действий не проводили. Восстание не поднимали, не устраивали... против Христа ничего, никакие не выдвигали догматические требования, ничего. Единственное, это что была борьба. Если, например, ваш архиерей садист, насильник и неизвестно еще какая свинья, и вы не имеете ему права сказать ничего против, тем более, что его, когда вы начинаете с ним разговаривать, его начинает дуть, он краснеет, пыхтеет, выпучивает глаза и дышит благодатью вам в лицо, то, естественно, какие-то да могут быть духовные диалоги с сумасшедшими и с бандитами. Mm-hmm. Поэтому вот эта альтернативная церковная точка зрения, да, она имеет место быть. Я думаю, это не просто имеет место быть, а она главенствующая, эта точка зрения. И этот урок должен быть полезен и сейчас нам в нынешнее время, иначе. Вот патриарх сегодня сделал интересное замечание, сказал, что Исаакиевский собор, знаменательно, что Исаакиевский собор передали в год революции, в 2017 году. А я бы хотел сказать, что очень знаменательны протесты народа против Русской Православной Церкви в 2017 году. Это более знаменательная вещь. Потому что дальше следуют колокольни, попы, падающие оттуда и так далее и тому подобное. То есть общая, всеобщая ненависть, которая вызывается этими поповскими действиями. Поэтому это слава Богу. Кто хотят, пусть как делают и поступают. Это я просто к тому, что потом, когда будут дальнейшие события, чтобы люди не удивлялись, а знали, откуда они растут, эти корешки. Ну это, да, это эмоции такие возникшие. Я же хочу немножко еще исторического чуть-чуть такого, добавить материала. Есть еще один интересный момент вот в этом, во всем. То, как князья сосуществовали с церковью. Посмотрите, что в тот момент, вот отмечают очень многие, это видно, на особо чтимыми святыми были князья. Ну да, почитаем. Иконопись вся была посвящена практически князьям. Где князья, начиная с Бориса Глеба, да. Да, начиная с Бориса Глеба. Это был вот такой период. И князья изображались с мечами, с копьями. Ну, по сути, защитники земли, да, по сути, их так изображали. Но что интересно, не всех же князей-то можно считать такими святыми. А их изображают. Вот что интересно. Ну, там были все. Были вплоть до того, что предатели земли русской. Смотришь, они там с ликами святых. Это о чем говорит? Это говорит о том, что... Ангажированность. Нет. Это говорит о том, что существовала скрытая индульгенция. Ну да, заплатили. Князек что-то к церкви, это все, нарисовали его, вот он на фреске стоит. Пару деревенек подарил. Ну да, и вот он стоит весь такой освобожденный от всех грехов, и он с золотым нимбом на фреске изображен. Меня поразило, что... И Шемяка с нимбом, и Василий Косой с нимбом, и Андрей Большой почитается сегодня в Угличе как... Чуть не местно чтимый святой. Да, не чуть, а местно чтимый святой, он в храме, его рака стоит. А это же человек, который чуть ли не предал своего брата Ивана III перед самым освобождением от татар. Они в бунт с братом Борисом организовали против него, понимаете? Да, иначе по-другому все бы было. Да. И вот это вот
тоже, понимаете, я не против того, что князья изображались там, пусть кто-то из них что-то там, допустим, тот же князь Георгий Всеволодович, ну, допустим, не поддержал там князей в битве на Калке, ну, ладно, ну, да, ну, такой исторический грех был, но потом он погиб с мечом в руке, в конце концов, ну, да, это местно чтимый, не местно чтимый, это вообще на Руси чтимый такой Георгий Всеволодович, и во Владимирском соборе его рака с его мощами. Но когда откровенные предатели и те, кто убивал Русь практически в своих междоусобицах, изображаются с нимбами, понимаете? Вот это говорит о том, что подкинул князь церкви симония, и стал святым. Индульгенции. Поэтому симония. Разбираться все-таки в истории надо. А нельзя всех в одну, всех в одну корзину. Все. А на самом деле все очень различно исторически. А так все в одну кучу, это любят делать. Но это, наверное, знаете для чего? Чтобы никто, не дай бог, не задавался мудрыми вопросами. Лучше, чтобы никто ничего не понимал. И был какой-то там сумятица, и что там было... А когда люди задают себе трезвые духовные вопросы, они могут сейчас трезво взглянуть на происходящие события сейчас и не допустить дальше развития того же самого, что было, всяких замятин, всяких революционных действий и тому подобное. А сейчас, вот это то, что происходит, сейчас об этом никто не задумывается. Вы правильно говорите. Именно вот такие вещи, как вот передача соборов, передача целых музейных комплексов, археологических церкви, которая за этим никогда ухаживать не будет, она просто деньги будет стричь. А ухаживать будет продолжать государство. Ну это же, ну надо смотреть, ребята. Ну, помянем, что Исаакиевский собор, оказывается, находился один раз в истории в владении Русской Православной Церкви. Он никогда не находился, он был царский собор. Царь содержал это все. А после революции все кинули, и Ленин отдал Исаакиевский собор Русской Православной Церкви, да, патриарху Тихону Булавину, отдали Белавину, отдали все это дело Русской Православной Церкви. За 9 лет собор пришел в такое состояние, что фрески начались рушиться, гидротехнические сооружения все погибли, и все. И чтобы не погиб собор, сделали специальную комиссию, ввели там в музейный фонд и прочее, еле спасли здание. Вот и все. А если дальше государство будет обслуживать Исаакий, так зачем его тогда было передавать? Ну, идея какая? А 200 миллионов подай ежегодно на обслуживание, на техническое обслуживание этого здания. Пусть кому хотят, что передают. Когда валиться начнет, за наши деньги все восстановят, не переживайте. Ну ладно, вот такое небольшое отступление в наших беседах. Всего доброго, с прошедшим Сретением, вот, и с грядущим Великим Постом. Всего самого-самого доброго.